Цветущая агава – замечательное и редкое зрелище. Для этого должно пройти от 15 до 100 лет. На огромном до 10 метров цветоносе образуются соцветия в виде колоса или метелки с тысячами желтоватых цветков. После цветения растение погибает, оставляя многочисленные корневые отпрыски. Летучие выделения агавы обладают обеззараживающим действием, повышают количество отрицательных ионов воздуха, что способствует его очищению, и состав воздуха приближается к лесному. Агаву главпочтамта давно стали природной достопримечательностью Сочи. Сейчас есть время полюбоваться их истинной красотой и запечатлеть ее на фото.